Хазябулс. Я создал телеграм-канал, куда выкладываю моменты со стрима не для ютуба, а также фотолупы и прочее. На канал не подписался, лысой женщиной остался. Я иногда хочу стать женщиной. Я тут посмотрел последнюю нарезку Твича. Боже, эти женские настройки. Это же просто смешно. Да? При настройках невозможно считать победу. Да. Победа, я-ха-ха. Да-да-да. Давай, скажи. Сейчас я скажу. У вас 100 человек, а я один человек. И то, что у меня настройки там детские, ты девочка? Ты сам девочка. Реально, пацаки, вы видели красиво, как я, да, сдоминировал на том потоке, как я их попустил, просто уничтожил. Они начинают здесь рассказывать про какие-то настройки, это пошли оправдания. Я так и знал, что будет плач. Я говорю, поэтому говорю, зачем заходить в зомбу, смысл какой, если я опять им дам пизды, они будут ныть про какие-то детские настройки. Зая, скоро доставочка приедет. Какая? Не пугайся, бубочка. КСТА, букет называется нежность. А киндеры тебе отдали? Я сейчас тебе устрою нежность. Дамы и господа, вашему вниманию очередной брак. Смотря. Сейчас. Ну, во-первых, смотря. Во-первых, смотря, яички, да. Яички, видите? Это яички с янчиками. Смотря. Ну, видите, да, с сапальчиками. Это он прислал. Смотря, сколько. Сапальчик. Видишь? Да. Вот, потом смотря. И цветы такие прислали, чё. Вот такие цветы, смотря. Видишь? Цветы прислали. Ну, ты же понимаешь. Что будет дальше, бубочка? Вот такие цветы, смотря. Вот. Вот, видишь цвета? Видишь, какие цветы он мне прислал? Это лысый прислал. Но это еще не весь проектчик, казалось бы, да? Смотри проект. Сейчас я покажу проект, лютейший проект. Сейчас. Смотри, цветы, да? Открываю вот эту штуку. А тут что написано, смотри. Ты видишь это? Ты видишь этот бренд? Я приехал с Кристи там. Отвечай нормально на донаты, женщина. Я что, женщина тебе или чё, чё за бред, чувак? Цветы красивые. Красивые, блядь. Капец, блядь. Не, ну реально, блядь, цветы так крутые, блядь. Не, ну согласись. Красивые. Красивые цветы пасеки. Смотри. Кендики с янчиками. Вот такие. Да. А вот это кто? А? Вот, смотри. Вот так вот. Да. У меня вот смотри, сколько людей туда. Ага. Бля, как думаешь, что курьер подумал? Он звонил мне по видеосвязи. Мы вместе выбирали букет, и потом он отдал их тебе. Кто ХМ. Интересно. Ты что, брэдишь, Чекс? С кроликом. Смотри, с кроликом. Вот какая с кроликом. Кроликов купил я. Это джинсовка кроликов. Смотри. Вот такая с кроликом. Вот такая вот у меня. Вот так вот смотри.
как? Ну как? Ну как? Красиво, да? Ну как? Идет мне? Мне идет по асике. Идет, нет. Смотря. Идет или нет? Пасыки. А? 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 Итак, смотря. Согласись, да, вот машина, ебать. А, все после. Не, ну согласитесь, пасеки. Это просто мастер. Зверюга, сука, рара, блядь. У, сука. Смотря. О, я знаю, что девочки любят. Смотря. Точно. Лучший подарок для девочки пацики. Смотрите. 100%. Сейчас. Во. Смотрите. Вот это. Вот это. Вот сюда. Вот так вот цветы. Вот. И все. Секс гарантирован 100%. Вот так вот. Все. Я приехал к ней с цветами, блядь. И все, и секс будет сразу. Вот. Согласись. Валера, а почему куртка, которая на тебе, в разделе женские куртки? https://www.aveta.ru/sankt-peterburg/одежда_обувь_аксессуары/куртка_бакс_бани_бани_2810208078 Спасибо, батя, блин. Ты меня, блин, рассмеял сегодня. Спасибо, дорогой, блин. Просто тебе вот это вот положено теперь. Вот. Вот это твое, батя. Вот, смотри. Вот это теперь тебе, пожалуйста. Сейчас. Да. Да, 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 да. А как вам курточка моя, смотри? Да! Так, ладно, все, хотел бы взять пасеки. Все, кино не будет. Хами овер, да, сука? Все, дальше 500, 1000, 2000, 3, 4, там, далее, договоримся. Старый, пошли в фазмофобию поиграем. Да, интересная сюда, страшилка, плюс можно с зяблами играть. Ты смотри сюда, что делают уже, да. Я приехал к ней с цветами. Вот, смотри, что уже сделали. Смотри, видишь как? Спасибо, спасибо, спасибо. Мерси, благодарю тебе. Спасибо, что ты есть.